Так, всем приятного времени суток и времени года, видимо. Валерьяныч, видимо, сегодня заканчивает Владика, да? Ладно, посмотрим, поехали. Чик! Чик, блядь! В смысле? Куда идем? А? А? Бля, ты подожди. Ты что туда идем? Как-то я заставил. Подожди, это же вокзал, я с вокзала как раз лечу. Ой, блять! Все, я понял. Сука! Доходчиво. Очень доходчиво. Прям. Дайте мне винтовку эту дурацкую, она дурацкая, прям скажу. Ой. Блять! Сука. Бля, перезагружаемся. Ладно, я понял с вами. Бегите сюда. Так, что бы взять-то? Кажется. Загорелись дебилы. Столкновение с контактом. Столкновение с контактом. Ну че ты? Сука. Да ты! Вывалилось что-то. Что у вас там случилось? Че, весело, весь время проводим, блин. Ой! Блять, там все-таки снайпер где-то тусует. Сука, где ты там? Бля! Тихо. Давай так вот сделаем. Что-то какая-то трешня. Подожди. Ребята, вот зажрали, пипец. Так, снайпера вижу. Теперь попасть бы в него. Блять. Бля! Да что ты, скотина? Сука. Чего они какие бесконечные-то? Я уже замучился. Готов. Бля, попал. Так, ладно. Жесть. Он сохранился, хер с ним. Нет, тут нужно перезагружаться. О, ходит. Жопа с ручкой. Иди сюда! Как меня втыкали просто вообще прекрасно. Фух. Ну видали, да блин. Ужас какой-то. Так, давайте мне тут все. Мне, ребята, срочно надо подкрепиться. Ни жизни, ни хера, вот все нормально. Вроде живой. Автомат этот. Калаш. Да нахер он нужен, он на ближней дистанции только работает. Все, хорош выпендриваться. Я все время с калашом бегал, типа патронов в него. Это хера. Так, видимо сюда. А там что? А, там патроны вон. Еще подъем наверх, вон, видите? А, здесь кнопочек еще можно нажаться, да? И она... Чик-чик! Не жмется ни хера. Ну давай пошли сначала в зеленку, а наверху.
А наверху, видимо, ничего. Блин, ничего нет. Ты серьезно, ничего нет там наверху? Фиг его знает. Ладно, пошли. Фух. Так. Что-то мне не нравится это. А, аккумулятор. А куда? А, туда что? Что, серьезно? Не понял я. А, еще аккумулятор. Так, два аккумулятора вижу. Так, давай-ка мы сначала сходим просто так. А, вон. Ладно, хватаем. Дверка открылась. Бля. Чего я ступил как-то, видели? Выскочил или испугался что-то я. Блять, сука, не пойдет так. Блин, да что ты нахер ляжешь будешь делать на, блин. Да вылетел, козел, нервы мне делают. Блять, что это я завелся то на ровном месте, просто даже не знаю. Фух, блять. Злина. Персонал, блядь, ща покинете. Что, что, блин? О. Так. Сейчас дверьку откроется, да? Чик. Ага. А второй аккумулятор не надо было, главное, тащить. Я почему-то его потащил. Ну, потащил, потащил. Так, все, давай, так, соберись, Валерьян. Что-то ты психовать начал в последнее время. Нервы уже ни к черту, уже с утра. Как, блин, в руках себя держать, непонятно. Таблетки хоть где-то есть, что ли? Где ты там? Опять забыл таблетки. Вот примерно уже так себя чувствую иногда. Тут что, музыка такая соответствующая? Ой, все, пипец, сейчас начнется. А че? Что, на меня никто не бросился? Ну, офигеть, теперь ладно. Что здесь? Ну, видимо, вот туда вот. Чё, бляха-муха? А, наверх залазить. Ой, и чё, и как? И что? А, вот туда надо. А прикольно в другом будет. Сейчас туда спрыгну, и там, наверное, очень тяжко будет, да? Житье наше тяжкое. Козлы, блядь. Ну, нарко инжайн, давай, чё? Не сюда. А, дверь открылась. Так, ладно, фух. Мне, кстати, этот не очень нравится. Ну, ты ж не очень нравится. Все говорит о том, что скоро что-то приблизится. Опасно. Так, дверьку мы открыли и...
А, и вот та большая дверка открылась. Хорошо. Толпа дегенератов сейчас прибежит меня, наверное, уничтожать. Блин, зажал. Опять. Все, у нас полная. Сохраняемся каждые, блин, 15 секунд. Че, выйдут? Нет? Нет, никто не вышел. Побежали! Сейчас что будет? Интересно. Бля, да пошли вы нахер! Горите. Уа! 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 О, блин, суки. На. Нормально. Тут очень хорошо реализован коктейль Молотова. Реализованы. Прям вообще красота. Другой вопрос, что тут противники такие тупорылые, просто сразу в огонь наступают. Идут и просто, и все, блядь. Им все пофигу. Блядь, да что твоя, блядь, еб твою, блядь, да. Да, сука. Нет. Не. Знаете, что бесит? Что они сразу выбегают. Ну, блядь, ну нет, ну правильно, как бы, да, же я же пугаюсь его в итоге. Он в итоге мне нервы делает, делает. Так. Куча лечилок, блин. Ну? Козлы, вы где? Хер вам, блин, доложите. Доложите о наличии опасности. Как будто не русские сочиняли. О. Не сочиняли, а это как его. А озвучку производили. Че у меня по жизням? Жизням 79. Пошли обратно назад тогда. А, не туда. Угу. Так, стоямба. Что нам, что нас там ждет? Ту-ту-ту-ту. Бля, босс, что ли? Сука, очень похоже. Ой, точно. Пошел ты, блядь! Оба! И все. Ассасин. Легал ассасин. Охренеть. О, сгорел что? Блядь! Сука, сзади! Набежали! Бля, что за движуха? Бля, мужики, давайте сами нам. Чё-то вы как-то это рисковато на меня бросились, аж это. Бля, нервишки, аж это. Сами видели, бля. Чё, всё? Жесть, я знаете, что на секунду-то подумал, что у меня сзади, когда бить начали, что-то еще один ассасин. Я думаю, ну, пиздец, меня наступит. Пардон за выражение. Все, пошли, ладно, фу. О, нифига у них текстурки. Ну тебя тут были как? О, еще одни идут, блин. Все, давай, ребят, там, блин. А че? Нет, не то. Этот пулеметчик, кстати. Ты смотрите их, сколько там. Иди сюда, бля. Бля, и сразу появился.
патроны кончились, блин. Ладно, поехали. Сука. Патроны жизни мало. Так. Чего у нас? Жестяк, блядь, чем шмалить будем? Ай, пока этой давай. Бля! Видали, что за херня? Вообще не берет. Сука. Козёл. Там еще. Нет? Блядь. Чё там? Отменён в пути. Красная сталь. Арстоцкая какая-то. Станция 13. Красная сталь. Березовка. Блин! Давай. О, куча выстрелов. По-моему, упадало в воздухе висит. Все, пошли отсюда. А, раньше мозаики с рабочими делали. Да. Музыка пропала. Ой! Сука. Давай, грузись. Legal Assassin. Тут ассасин на меня бросился и сразу вспомнился. Этот первый в жизни мюзикл, который я посмотрел сначала до конца, и после этого я заболел одно время мюзиклами, смотрел все подряд там. Рипо, генетическая опера называется, тот самый первый мюзикл. Посмотрите, это для несведущих в мюзикле, это, наверное, самый такой прикольный шанс зайти в эту тему. Сара Брайтман прекрасно. Шайло. Ну, это имя главгероини. Дочка доктора, который убийца. Deposition Man. Ходит и органы вынимает. Из людей, которые взяли эти органы в рассрочку, в кредит и не смогли выплатить кредит. Вот так вот. Там еще это снимается Борис Хилтон. Но она там играет роль, которая прям для нее подходит отлично. Она играет глупую дочку этого миллионера. Прям и роль этой очень идет там. Че там издалека шмаляют, как? А, пробиваться надо будет, прикинь. Зарядка. Суки. Ой, оттуда видит. Ой. Что-то заело теперь эта песня. Песня называется Legal Assassin. Это где батя у Шайло сознается, что он убийца легальный, и как он докатился до жизни такой. О, нихера себе. А, не то я закрыл. Ну там. О, блять! Сука! Ну по сюжету типа его там обманом вынудили. Ну ладно, не буду дальше спойлерить. Все? Так, жизнь чуть маловато осталось. Все сейчас у них отправится куда-то. Собак здесь больше нет? Нет. Че? А, блядь! А! Я как раз и думал, что собаки будут. Только они почему-то сзади побежали. Ну ладно.
побежали сзади и, может, где-то пропустил их. Так. Так, что у нас? О. Ой! Откуда шмаляют? Побежали? Ой, блядь. Ай, бляха-муха. Нахер... А, бля, попал. Сука, я застрял просто на секундочку. Так. Снайперов нахер. А, патронов нету. Ну ты что, блядь, это... О. А? Тупик? Ага, тупик, сука. И как, блин? Нет, как понятно? Тут снайпер, блядь. Блядь. Сучки. О. Светил красным. Ой, наверху что ли? Ага. О, бля! Еще бегут. Ой, патроны кончились. Нормально. Сука. Снайпер. Еще тут снайпер. Блять, ну сквозь стенку ебашит. Пардон. Бля. Чё-то меня накоцали. Блядь, может гранату как-то ему закинуть? Бля. Че, застрелил этого дебила? Похер, дай сохранюсь. Завалил одного снайпера кое-как. Снайперы, блять, эти трудные. Угу. Так, патроны кончились, блин. Так. Где этот снайпер ебучий? Ты чё там, блядь? А, смотри, завалил. Так, ладно, пошли.
козел. Носится нормально там. Так, где этот? Блять, еще снайпер. Блять, еще один. А, нет. Козёл валит меня! Бля. Козёл, а? Взорвался? Блядь, нет, смотри. Ай! Завалился! Бля! Трэш какой-то, блин! Без перерыва вообще шмаляет, слышите, да? Это у нас снайперка такая, блядь. Ты меня, козёл, блядь, бесишь. Попал? Чихера себе, нифига не видно из этой. Ай! Сами все видели, в общем, это жесть какая-то. Так, сохранились. И куда мне? Со средней платформы. Так, сюда мне не надо, видимо. Там какой-то подъем был. Наверх. Неизвестный. А, вон. Куда-то дорожка. Пусть нахер иди, а, давай. Ага. Там что-то трупья какие-то должны были валяться. И никого нет, главного. Я что, замочил некоторых. В депо зашли. До депа. Бля, вон они ходят. Сука, ты задрал. Кто там, блядь, еще? Блядь. Ну? А вы слышали, да, как эти со снайперкой шмалят? Тыщ, тыщ, тыщ. Нет, не так. Хорошо, не так. Тыщ, 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 блин. Охереть. И попадают, главное, что нам интересно. Ты-то, блядь, откуда взялся сзади-то? Взялся и взялся, говорит. Тебе какое дело? Стреляй, стреляй. А, блядь! Это я, наверное, прикольно так на дробовик переключился. Угу. Зелень какая-то. Да хер тебе, блин, ответьте. Ты уже должна понимать, что у вас тут
катаклизм просто огроменный, огромного масштаба, и все просто погибают. Ну, что-то наверху зеленка какая-то еще. Что здесь? А, здесь открывать дверь нужно еще. Все, устал, блин. Ти-ри-ри-ри-ри-ри-рит. Найс. Блять. Покиньте территорию, сука. С вами нет контакта. Это потому что ты фригидная, блядь, поэтому с вами контакта нет. Чего? Так, ну ладно. Надеюсь, дверь открыли. Нет контакта у них. Ну, сразу попёрли, блядь. Ладно, идите, хорошо. Так, подожди. Угу. Да хер, да, с пистолетика чуть-чуть, блядь. Да, с револьвера постреляем. Ну, блядь. Нифига себе. О, прям здесь стоит. Бля, чё дебил? Ничего за трэш. Давай револьвер тебе. О, блядь! Да пулеметчик ты, блядь, взялся здесь. Нахер идите, блин, ответьте. Так, живой пока. Интересно, кто последний босс будет здесь. Так. Какие-то заброшки опять. Чего? Блядь, это... Лечилок давно нет, говорю. А! Нифига себе, тупо завалили. На вам туда гранату. На вам туда гранату, блядь. Надеюсь, вам весело было. Понял, говорит, все понял. Да иди ты нахер! Че там бродит, козел? Жизни не осталось! Блять, с дробовика попали. Чего? Так, ладно, пошли по чуть-чуть вперед, жизни нет. В таких играх самое плохое — это где не сохранится, где ни лечилок, ни хера. И все, трэш. Перезагружаться там приходится. Так, вылазим на улицу. Укусила, все успела, блядь. Так, что такое? Блядь, что как это?
Как-то на истощение какие-то битвы, блядь, идут. Какие-то битвы на истощение. Бочки через стенку улетели. Ну! Пипец, жизни 11 осталось. Угу. Осторожно, блядь, граната. Сука, я после каждого боя буду тут, после каждого чувака пересохраняться, да? Покидайте территорию немедленно. Блять. Прицел как-то так, блядь, скачет. Не очень рывками. Может, по-настоящему он так и скачет, блядь? Это какая-то жесть. Чё, есть целое? Козлы. Меня угнетают. Лечилки давай. Фу, ладно. Так, крепись. Так, куда здесь идти? А, вот туда что ли? Нихера себе. Да, ой, точно сюда. О, вот на нем я и доеду. Конечная цель — красный некополь. Какой некополис еще? Некрополис? Полковника никто не ждет. Так, я уже возле военного поезда. Сейчас на него запрыгну и приеду в город. Владян, быстрее! Тут полный пиздец творится, где тебя носит? Ну блин, где носит, где носит? Похоже, Гаврюхе там не сладко. Где? Гаврюхе там не сладко. Мне тоже не сладко. Сейчас пробивались он с каким этим. Ой, да ладно. Вы что, серьезно меня сейчас хотите заставить по вагонам бегать, что ли? Это, конечно, круто. Думали, блин. А лечилки вы мне дадите? Ой, что, можно внутри? Ой, точно можно внутри. Ой-ой-ой. Ну ладно. Сука! Выстрелил меня почти в глаз, блядь. Что у вас как много? Доложите. Так, дробовик, чё? Дробовика мало патронов просто. А вот эту возьмем тогда, мою крутую. Лупару. Блядь. Весь крови. Ну, пары всего два выстрела, блядь. Знаешь, почему это обрез лупары называется?
расскажу, кто не знает. Люпо, волк. Обрез для защиты пастухов от волков, типа. Ну и в том числе плюс, конечно же, убийцы, ой, оружие этих убийц в Италии. Потому что, не потому что это крутое оружие, а потому что всех есть. Бля. Иди потом разбирайся, из чего конкретного обреза был завален там какой-нибудь неугодный этот киоскер какой-нибудь. Фильм прикольный смотрел. Хорошие фильмы про мафию снимают итальянцы, только не нужно. Не, ну Спрут-то, понятное дело, интересный сериал. Но сейчас про другое. Там у них есть фильмы про мафию, ну, на низовом уровне. Типа какой-нибудь вот киоскер, когда сталкивается, что делать, когда с него дань просят там. Или нечаянно принимают, думают, что это он там участвовал в убийстве наемном. Ну, в смысле, как наемный убийца. А, ладно, блин, сейчас не могу нормально рассказать, потому что я занят игрой, блин. Покидайте территорию немедленно. Так. О, закрытые помещения. Ой, кто-то сверху. Блять, сука, тебя не видно же там, козла. А, фонарик надо врубить. Бля, козел. Сотрудник. О, нихера тут каша. О, лупара закончилась, нихера себе. Это прикольно. О, куча аккумуляторов. Что вы хотите здесь? Какой аккумулятор тащить? Чулка. Не, серьезно, куда идти-то? Ну, аккумулятор взял, допустим. Неизвестно, куда идти просто. Ха. Нахер я сюда его приволок? Ну, блядь, ну ж надо. Да, блядь. Ты че, блин? Че-то я врубиться не могу. Те-те-те-те. Стекло. Стекло так крошится, только нихера не происходит. Так. Хе. Перелет не сюда, не сюда, а вот сюда. И чё, сука,
Не понял я. Ну жесть, тут точно никуда не пробраться, блядь. Попробуем опять на лестницу запрыгнуть, эту сраную. Мы уже сталкивались в этой игре, что тут иногда, чтобы на лестницу запрыгнуть, нужно какие-то отдельные эти. О, залез сразу. О, боком залез. А вон эта херня, так мы оттуда приперлись, да, да, точно. Ну жесть. Блять, разлет просто ебануться. Пардон. Просто уже нервы. Ну к черту. Чуваки тут удар держат, как эти терминаторы. Че вот у меня? Я опять весь мертвый. Как здесь воевать? О. Блин. Хорошо, никто не бросился на меня сразу. Так. Чем воевать с вами тут? Неизвестно. 34 жизни, блин. А, понятно. Чик-чик-чик, не заходит. Опа! Блин, тут нормально запрыгивает. Чё в тот раз-то не запрыгивал? Не хотел на лестницу зацепиться. Блять, еще. Сука! И так жизни нет нихера. Блять, сейчас меня будут уничтожать. Кольцо жизни, видите, да? 5, блять. Сейчас меня убьют, игра сохранилась. Это будет отлично просто. Просто сейчас будет прекрасно. Хе-хе. Вот так вот нахер, 7 жизней. Бля. Бля, получил гранаты в бошку. Так. Так, давай. Угу, сука, есть живой еще. О. Полечился хоть, бля. Фу, слава богу. Красота. Так, эту берем. Медленно. Немедленно выиграете. Бля. Чё это было? Нормально получилось. Типа засада должна была быть, я так понимаю, предполагалось. Ну вот такая вот засада вышла. Сами все видите. Сейчас еще могут выскочить. Да, 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 сейчас выскочит. Так.
Да что вы, блядь? Давайте сюда, блядь, сами. Пока идут, я пойду еще птичек наберу там. Во-во. Нихера себе, блядь. Пулеметчик какой активный появился. Ты задрал. Ты чё? Блядь, какой крепкий, блядь, вообще охереть. Жесткач. Так. Давай дробовик возьмем. Так, личинки вижу. Личинки вижу. Где там? Противник-то. Бля, я понял, сейчас босс будет. Угу. Так, подожди, давайте тут соберем все, что можно. Все вроде собрано, да? Угу. Ладно, все, готов. Сука, уголь. Ха-ха, в смысле? У вас на угле, что ли, поезд херач? Чё там, танки КВ, главное, стоят. Оба. Оба. О! Это вообще вертолет, да? Или чё? Ой, да, точно вертолет, блин. Да пошёл ты, блин. И бля, козел. Не, все правильно сделал, конечно. Попал, попал. Падает. Пам, бля, козел. Ну ладно, не такое он опасное. А, блин! Как казалось. Чё вы там? О! Ай! Это работяга был. Ну, тебе повезло, тебе работяга. Ай, блин, еще один сёси. А тебе повезло. Блять, умер. А, с пистолетом вообще-то был. Так что хер его знает. Фуф. Добрался до этого. До топки. Пожалуйста, не убивай меня. Я обычный рабочий. Да я не собираюсь тебя трогать. Ты куда побежал? Дебил, что ли? Дебил, что ли? А, замечательно. Ну и кто теперь будет следить за управлением? Курировать управление. А, ладно. Научитесь компетенции, еще бы сказал. И другие каверзы русского языка, да? Ой, доломали поезд. Ха.
Хоба! И это? Еще что? Ну, покажите, что происходит-то. Суки какие-то. А, сломали поезд. И это еще не конец игры. Вот так вот. Нихера себе, это пиздец. Прям как в Resident Evil. Доломали поезд. Хоба. Чик. О, мобила. Сука, еще связь не ловит. Ладно, проберусь как-нибудь. Без связи что, не получается, да? Вот. Продолжение, пожалуй, будет в следующий раз. На сегодня все, ребята, пока-пока.